Кадровые изменения в самом популярном детском лагере полуострова. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении на должность главы Международного детского центра «Артек» Константина Федоренко. В феврале глава правительства освободил Алексея Каспаржака от должности директора центра и возложил временное исполнение этих обязанностей на Константина Федоренко, который занимал пост заместителя директора по строительству этого учреждения. За 5 лет число принимаемых «Артеком» детей возросло с 6 до 40 тысяч в год. За это время лагерь посетили 120 тысяч детей, в том числе более 3 тысяч иностранцев.